Вот, хорошо. Я не знаю, читали ли вы те тексты, которые мы с Пашей писали в группе. Вот, я там прогнал такую пафосную телегу про корабли, галеоны, золото, там, про невостребованность, про излишнюю доступность. Вот. Это с одной стороны, а с другой стороны глупо об этом всем этом рассуждать на концерте, на котором ведется интернет-трансляция. Вот, потому что не было бы интернета, который я там так яростно ругаю, вот не было бы этой интернет-трансляции, вот там вот эти 4-5 человек, соответственно, наш сегодняшний концерт уже 9, не увидели бы. И это было бы упущение досадное. Но все равно я подумал, что раз уж я эту пафосную телегу прогнал, то первую песню я спою на эту же тему. Вот. Но скорее, на самом деле, это все не про то, что какая-то трагедия происходит и что-то непоправимое, а скорее о том, что мир меняется, и мы должны меняться вместе с ним, просто потому, что старые какие-то схемы перестают работать, и мы, сегодняшние люди, должны находить сегодняшние ответы на какие-то сегодняшние вопросы. Вот. И то, что там я говорил, что вот эта схема вот этого акыра с гитарой, который там сейчас вам всем расскажет, как жить, она отмирает, на мой взгляд, но, может быть, это и неплохо, вот. То есть, понятно, что там, я мечтал быть акыном с гитарой, там, внутри, там, в душе, когда мне было, там, 14 лет, да, а тут вдруг мир так изменился, что мне не быть. Ну и ладно, надо находить какое-то другое место, исходя из тех, ну, там, скромных талантов и исходя из тех жизненных ситуаций, которые мне даны. Ну, песню все равно спою такую злобную немножко. Извините, просто она новая, я хочу ее показать. Затихли дворы, замолчали пивные. Здесь песни и споры давно не слышны. И висит тишина нескончаемым фоном. Жители гладят свои телефоны, нас новости сносят потоками селя, а мы, позабыв и печаль, и веселье на службе и дома, в метро и в заторах, везде не мигая, гляди в мониторы, мы люди все время, смотрящие в руку, экран экранируя. Нас друг от друга, но хуже, что время в щебенку дробя. Экран экранирует нас от себя. Давно мы не помним фамилии соседей, скучнее и труднее живой собеседник. Его не смахнуть, не свернуть, хоть ты тресни, с экраном уютнее и интереснее. И чтобы печаль у тебя не гостила, как белка свое кольцо раскрутила, ты ленту прокручивай неутомимо, и жизнь безболезненно двигается мимо. Любое сомнение отскочит упруго. Экран экранирует нас друг от друга, но хуже, что в мае каждого дня экран забирает меня у меня. Все умираем, и хоть на минуту укрыться.
мучиться от страха. Мы весело кормим мозги дошираками, сознание не знает, к чему прислониться, не в силах вместить в себя больше страницы. Рутинные непроходимы торосы гниют, не решаясь, больные вопросы плодят то и дело разборки и ругань. Экран экранирует нас друг от друга, но хуже, что этот экран голубой не даст разобраться с самими собой. Поэтому мы и несемся вокруг. Экран экранирует нас друг от друга. Какой не выберет ты божество, экран не допустит тебя до него. Просто потому, что я человек зависимый, просто потому, что я не могу по-другому. Вот, что я на этом всем плотно сижу. Может быть, это страсть. Может быть, то есть можно называть это по-разному, да? То есть человек доброжелательный скажет, что это призвание, да? Но это очень громкое слово, вот, мне не нравится. Если трезво смотреть на это, скорее всего, это зависимость. Вот. Но мне кажется, что все можно обратить в пользу. Вот. Игорь, а можешь зависимо смотреть трезво? Это как бы Не знаю. Ну просто мы все в нашей жизни проходим разные моменты. Да? То есть иногда нам кажется, что мы молодцы. Вот. А иногда мы трезво смотрим на себя и думаем, что... Как там? Иногда мне кажется, что мы герои, иногда мне кажется, что мы просто грязь. Вот. И... Когда пытаешься вот строго к себе подойти, не делая скидок ни на что, то получается, что ты сидишь на этом все. На музыке, на сцене, вот, и слезть не можешь. И это довольно печальный вывод, надо сказать. То есть, здравствуйте, меня зовут Игорь, я алкоголик, да? Но я думаю, что вот это вот шило в определенном месте, которое у меня есть, и с которым я ничего не могу поделать, можно все-таки как-то обратить в мирное русло и чего-то кому-то как-то помочь. Не только себе, хотя себе, наверное, в первую очередь. Я думаю, я много сейчас думаю об этом. Вот зачем вообще нужна музыка мне, и что я могу сделать полезного с ней? Мне кажется, что то, что... мне хочется с этим сделать, это, мы с Кириллом об этом говорили, начали этот разговор, пока ехали сюда на метро, это превратить музыку в игру. Мне очень хочется, чтобы мы все к музыке побольше относились как к увлекательной игре. Вот. Потому что в музыкальных школах нас учат тому, что вот есть ноты, есть длительности, звуковысотности, есть там музыкальная литература, история музыки, все такое. В общем, это такая очень солидная, многовековая дисциплина, к которой надо только в смокинге и в бабочке подходить. Вот. А на самом деле это игра. И мы на инструменте играем, есть слово «играть на инструменте». Вот. И все эти композиторы великие, они тоже играли. Вот. И поэтому они такими великими стали. И вот мне кажется, что вот в этой игре, вот в этом, у меня когда-то была такая мысль, наверняка она не моя, но мне она пришла в голову и очень меня проперла, не нашел нормального слова, что вообще люди, взаимно музицирующие совместно друг с другом, они достигают такого уровня эмоциональной близости, ближе которого только супружеская близость, на мой взгляд. Вот. Ну, в моей жизни это так. То есть с теми, с кем я вместе играю, я эмоционально очень близок. Ближе только с женой. Вот. И я подумал, что, что мы можем через игру, через какие-то, через совместное музицирование, через слушание,
можем становиться, вот, тоже, как Павел говорит, ближе друг к другу, но я вижу именно в этом прежде всего элемент игры. И мне опять же кажется, может быть, я слишком далеко захожу, но мне кажется, что вот эта модель артист-слушатель, она потихоньку отмирает. Вот. Возможно, я не прав, но я всегда склонен сгущать краски. И мне кажется, что если она отмирает, ничего там страшного нет, можно вернуться к опыту там, народной песни, где не было слушателей, где не было артистов, а были просто участники процесса. И вот в идеале, я не знаю, как это делать, но в идеале мне бы хотелось вот как-то приблизить ситуацию вот к такой, что нет зала, нет сцены, а есть просто люди, которые вместе играют. Вот именно от слова «играть». Вот. Вот, наверное, вот сейчас я делаю музыку для этого. Вот, вот в эту сторону хочу ее двигать. Вот. Слушай, ну то, что можно, то, что ты сейчас сказал, для меня вступает в очень мощный когнитивный диссонанс с песней, которую ты спел, которая новая. Да. То есть она такая вообще абсолютно логоцентричная. Ну вот я не знаю, видимо, шизофрения, да, немножко начинает себя проявлять. Ну, понимаешь, песня пишется, как она захочет, да? А я хочу что-то припеть куда-то, видимо. Но я стараюсь и то, и то. То есть на концертах там, если кто бывал у нас, у моей команды на концертах, там очень много вот взаимодействия с публикой. И я хочу сделать это еще больше. Вот, чтобы поменьше было нас, а побольше было вас. Вот. Но я не знаю, как этого еще достичь, но я вот думаю над этим. Вот. Но, с другой стороны, ну да, логоцентричность, там, вот это акынство, ну, раз уж я там бегу за этим поездом, ну, который уже ушел, да, ну, в моем понимании, там ушел он, или, может быть, я догоняю последний вагон. Может, еще не пришел. Да. Вот, но раз уж я на это претендую, ну, вот такие песни вот получаются. Вот. В общем, я стараюсь об этом думать, как о новом фольклоре, то что ты, Паша, сказал. Вот. И новый фольклор может быть разный, может быть вот такой, а может быть вот просто каждый берет дудочку в руки и там все вместе на заданную тему там становятся в кружок. Ну, это все утопия, но я видел, как это бывает. К нам приезжали американцы в колледж и просто заставляли там, становились в круг и заставляли каждого петь какую-то фразу. Потом другого, потом... И как бы эти фразы друг на друга накладывались, очень классно друг с другом взаимодействовали. Это придумал Бобби Макферрин, а эти люди просто ходили к нему на мастер-классы и то же самое делали у нас. Вот. И это потрясающе, когда люди просто вместе поют, и не обладая никакими навыками хорового пения, там, какой-то дирижерско-хоровым отделением, начинают открываться какие-то вещи друг о друге, которые ты начинаешь понимать только когда вот с людьми музицируешь. Вот. Я очень сбивчиво говорю. Давайте лучше у чего-нибудь спросите. Можно я отвечу, Паша, на тот вопрос? Кстати, Кирилл очень хорошо отвечает вместо меня, я всегда так думаю, когда мы вместе играем. Ну, это просто версия некая, потому что как, ну, вот, одно дело позиция какая-то, которая там вызревает, вот я хочу это сделать, но я еще не знаю как. А с другой стороны, есть какие-то вещи, которые я уже умею делать. Ну что мне теперь не делать, что ли? Я умею писать песни так, но и буду их писать так. Ну тут это еще больше, чем игры обычно делают в этой песне было. Понимаешь, еще больше вот. Ну раз на раз открывается. Это круто, по-моему, очень надо. А что ты имеешь против акына? Я ничего, я как раз за. Просто я говорю, что трагедия ситуации состоит в том, ну или не трагедия, что акыны кончились. Вот, и так как бы я как моно-би-акын, как бы страдаю от того, что у меня не получается стать акыном. Вот, мне кажется, что я хочу в этом всем сказать. Я очень долго переживал, на самом деле, на тему того, что вот там ушло время там вот этих вот трансляторов смысла, что мне таковым не стать, что люди намного лучше меня тоже не становятся таковыми, намного талантливее, да, и что это не востребовано. Но потом я понял, что когда я слушал, в общем, выпускников разного рода художественных училищ, я узнал, что чтобы стать художником, главное умение – это много рисовать и много выбрасывать. Вот, и относиться без жалости к собственному творчеству, к собственным произведениям, к собственным шагам. Вот. И опять же, вот, относиться... Потому что только тогда ты станешь хорошим художником. Если ты будешь зацикливаться на своих там юношеских набросках и любоваться ими,
то никогда ты нормальным художником не станешь. Вот. И я думаю, опять же, к своей личности тоже надо так относиться. И к своим каким-то стремлениям. Вот не получилось тебе стать Акыном, ну выбрось это, стань кем-нибудь другим. Вот. Вот такая мысль. Вот. Но опять же, тебе даны какие-то дадены, какие-то таланты, ну вот, будь добр, их куда-нибудь направь. Вот. Ну а как сейчас, как насчет не Акын, а блюзмен, ведь он поет о том, что у него просто там корову зарезали, там жена умерла и так далее. Вот таким образом каждый берет в руки гитару, там поет о том, что у него кто-нибудь умер, или наоборот кто-нибудь жив. Ну да, вот, да. И вот такая вот равная игра достаточно получается. Ну да, так это блюз, это же народный жанр. Блюз — это народный жанр, и в нем это все абсолютно естественно, и я как раз это очень приветствую. Вот. Блюзман не пытается транслировать смысл. И вот. Или хотя бы ты поменять работу на музыку? Да я не знаю, сейчас уже вопрос очень сложный, потому что когда-то я хотел... Надо сказать, а у вас есть конкретный пример? Ну да. Но это все очень-очень умозрительно, потому что я мог бы, я вообще вокалист дипломированный, да, я могу пойти в кавер-группу петь на дискотеках и на корпоративах и зарабатывать, ну, чуть меньше, чем я зарабатываю сейчас. Вот. Но зачем? Я не хочу. Потому что... Зачем ты поешь? Я... Потому что остальные выпускники нашего колледжа попсу поют лучше, чем я. Вот. Зачем я буду им создавать конкуренцию, если я хуже это делаю, на мой взгляд, чем они. У них... Они в этом естественны и равны сами себе, и успешны. И они это удовлетворение получают, а я зачем-то буду через силу как бы кривляться, делать из себя поп-артиста, каковым я не являюсь и быть не хочу. Вот. То есть у меня есть реальное, в отличие там от многих людей с гитарами, у меня действительно это не умозрительная штука. То есть я могу зарабатывать музыкой, там как бы полгода посижу без хлеба и воды, то есть с хлебом и водой, без другой еды, да. И через полгода там какой-то кусок хлеба на этом я буду иметь. Но мне кажется, что, может быть, это трусливая позиция. Мне кажется, что это делать ни к чему. Пускай это делают те, кому это нравится. Вот. А мне нравится вот так, пока что. Вот. Игорь, время. Все, да, я ушел. Нет, может, еще можно... А, еще одна песня? Да, если ты хочешь спеть. А сколько у меня есть времени? 4 минуты. 4? Вот я хотел длинную спеть. Давайте еще одну злую песню спою. Соглашайся.
свет живут, как знают сами. Ведь песни и романы все не про тебя писали. Запомни, забирая дверь, что чудеса и тайны в твоей конкретной голове давно не обитают. Не отпирайся от судьбы, не дай сомнениям хода. Без жалобы, без борьбы, сноси жар и холод. Представь, что ужас и тоска тебя кольцом сковали, как обреченного быка, настигнутого львами. Смотри на девушку пока, она не выйдет замуж. Смотри на бронзовый закат стеклянными глазами. Надежно помни это впредь, 140 раз отмерь ты. Спеши при жизни умереть, и ты избежишь смерти. Спеши при жизни умереть, и ты избежишь. Песня называется «Отвратительное», чтобы ничего лишнего не подумали. Спасибо. Игорь, а ты можешь назвать все песни все-таки песнями со смыслом? Наверное, не знаю. Я какой-то смысл в это вкладываю. Но... Зачем там много слов, если ты хочешь их делать? Потому что я не умею пока. Вот. Я бы хотел написать просто как Цой. Но я не могу. У меня тоже много слов. Вот. Не, у него гораздо меньше и лучше. Вот. У него прям ровно столько, сколько надо. У меня больше, чем надо, раз в пять. Вот. Но я пока не умею по-другому. Вот. Вот у Паши лучше в этом отношении. Игорь Вазлев.